Мы находимся внутри комплекса Джиганти. Комплекс состоит из двух храмов, каждый из них воспроизводит Fat Lady. Вы помните эти парные статуи двух полных женщин, сидящих рядом, как бы сделанных из одного камня? Вот это парное изображение женской статуи фактически воспроизведено здесь в виде плана двух храмов. Так же, как мы не знаем до конца, почему изображались две вот эти Fat Lady вместе, также мы не знаем, почему очень часто, как правило, делались два храма в виде вот этих Fat Lady вместе в натуре, в реальности. Но, видимо, в этом был какой-то очень большой смысл. Причем один из храмов, как правило, меньше, чем другой, и иногда даже они отличаются по цвету. Западный храм сделан из более темного песчаника, восточный из более светлого. Если мы немножечко пофантазируем, представим себе, что Восток, как всегда, страна жизни, Запад – страна смерти, то можно предположить, что в восточном храме совершались какие-то священнодействия, связанные с вхождением в жизнь, а в западном храме связанные с уходом из жизни. Но это, естественно, только гипотезы. Сейчас я стою в том, что является грудным поясом вот этой богини. За мной алтарь, это голова, это то, чем завершается храм, это голова богини. Вы видите эти огромные мегалиты, здесь в Джиганти они самые большие на Мальте. Вес отдельных мегалитов достигает 50 тонн. Вот алтарь, вот это вот все алтарная преграда, одна плита просто утрачена. Вот здесь совершались священнодействия. Когда эти храмы раскопали в 20-е годы 19 века, а это были первые раскопанные мальтийские храмы, то было найдено много очень костей животных того времени, то есть, видимо, это останки жертвоприношений, вот, много керамики разбитой. Видимо, это остатки тех сосудов, в которых тоже что-то приносили, вино ли, масло ли, что-то еще. Безусловно, здесь творились те живыми священнодействия, которые должны были обеспечить благополучное пребывание в ином мире и возрождение к новой жизни, о котором, который мы видели вот в этом Шара Circle, в круге, мегалитическом круге Шара, вот в подземных святилищах, которые находятся отсюда на расстоянии нескольких сотен метров по прямой линии. И, собственно говоря, основная дорога вот этого подземного святилища Шара, она точно ориентирована на это святилище Джиганти, которое великолепно расположено. Вот это холм, с которого видны на многие километры окружающие холмы, поля, значит, долины, угодья. То есть это такой, кроме всего прочего, и зрительный центр местности. Если там все пронизано идеей небесного бога, вот это круговые камни, эти фаллические символы, то здесь все пронизано идеей богини-матери Земли. Это очень интересно. Значит, смерть соединена с небом, а деятельность земная соединена с землей. На земле человек трудится для неба. Если он свои труды правильно совершает, он обретает после смерти мир небесный, мир
Бога Творца. Так что вот эти-то огромные труды по созданию этих мегалитических памятников, можете себе представить, каких трудов, каких усилий это стоило, они есть средства для достижения вечности. Заметим еще, что, как бы на наш взгляд, таких храмов, ну, можно было построить один, но их же десятки на Мальте и Гоце. Значит, люди считали своим долгом не просто прийти в храм, который есть, и как-то там принести какие-то жертвы, но считали своим долгом создавать эти храмы. Вот эти два тысячелетия, середины пятого тысячелетия до середины третьего тысячелетия, это было время создания храмов, потому что само создание храма есть благочестивое дело, и поэтому их строили, наверное, больше, чем даже было нужно. И их чаще, чем, на наш взгляд, было бы целесообразно. Интересно, что в этом подземном захоронении шара, вот, который мы видели, который, безусловно, связан с этими храмами, а здесь нет захоронений. Здесь захоронений не обнаружено. Это храмы для живых. Так вот, в этих подземных захоронениях анализ черепов современными методами вот этих похороненных людей, а похоронено, найдено останков примерно 1000 человек, обнаружил, что количество черепов африканского типа, то есть людей, которые пришли с юга из Африки на Мальту, и количество людей европейского типа, которые пришли с Апеннин, значит, напоминаю, что это время 1500 лет, с начала 4-го по середину 3-го тысячелетия, примерно одинаково. То есть это было святилище для всех. И для, как мы бы сейчас сказали, для чернокожих, и для белокожих людей. Это было святилище для всех, кто почитает мать сырую землю, и кто мечает воскресение небесное. Это еще раз подтверждает, что Мальта – это действительно священное место. Это действительно место, которое ценилось не только людьми, которые жили здесь, которые переселились сюда, но ценилось и многими другими. И я думаю, что часть тех останков, которые лежат вот в шаре, Circle, в круге шара, это останки, уже привезенные на Мальту. То есть люди, может быть, сюда приезжали молиться в этих храмах, потом уезжали на свою родину, жили на своей родине, может быть, время от времени совершали паломничество. И последним паломничеством было паломничество после смерти, когда их близкие приносили их останки и клали в эти подземные могилы, там, рядом с теми местами, где они молились и где они чаяли воскресение из мертвых. Вот, собственно говоря, в этом смысл этого удивительного святилища, удивительного памятника человеческому духу. Западный храм Джигантии, плечевой пояс богини, великой богини, очень хорошо сохранившиеся алтари. Здесь мы видим, дорогие друзья, вот это воплощение духа, воплощение веры. Люди создавали эти земные комплексы ради того, чтобы достичь неба. Здесь, в храмах для живых, они молились великой богине, частью которой были они сами, ибо они сами состояли из земли, молились, чтобы она после смерти их приняла в эти свои, в свое вновь свое лоно, чтобы родить для небесного отца.